сьогодні дуже гарний день, такий весняний, сонячний, і відповідно настрій дуже хороший і дуже красиве свято. Впечатлення отличне, погода сонячна, весело, місто інтересне. Багато щасливих людей я тут бачу. Проїжджали повз, побачили багато кульок, великих медведів і зрозуміло, що тут цікаве. Муж по радіо слышав рекламу, ми вирішили приобрести саджанці для свого сада. Для того, щоб купити растіння і зеленити нашу дачу. Привез сюди за качество, показати растіння. Для дачі, ну, плануємо там жити. Тут більше площадка, більше можливостей, більше вибору. Крайне рідко я заїжджаю в другий садовий сад. Ну, впечатлення дуже хороше, насичений фестиваль, много людей, много товарів, много всяких інтересних акцій. Много картинок, і, в принципі, можна побачити ціну на всю продукцію. Очень большой выбор и большой разброс цен от очень маленьких до высоких. Цены, я считаю, умеренные. Очень гостеприимная такая атмосфера. Очень все понравилось, ребята молодцы, сделали шикарнейший фестиваль. Много людей, я не ожидал. Нравится, что они тут устраивают мастер-класс, потому что они могут тебе объяснить, если ты чего-то не знаешь, как это все делать. Я даже попробовала первый раз бургер с каракатицей. Еще очень понравилось, что для детей мастер-класс. Мы с семьей весело провели уже половину дня и еще намагаемся поселить и познавать что-то новое. А мы нашли одного очень интересного посетителя Green Sad, который сейчас нам расскажет о растениях. Здравствуйте! Как вам это растение сегодня? Первый раз на самом деле. Я бываю здесь. Конечно, будем, обязательно. Нет, раньше мы здесь не были, друзья нам вот подсказали. Пригласили друзья на этот фестиваль, на этот праздник, мне очень понравилось. Фестиваль, как бы, интересный, я думаю, для семьи, для ландшафтников. Много интересных я увидела растений, которых даже не могла представить, что они существуют. Золотистый ясень меня просто покорил. Вот такой вот. Вот, покупали все, что нравится, не очень разбираемся, но очень довольны, хорошая атмосфера. Свое, как бы сказать, хобби у каждого человека, потому что оно интересно все, как оно растет, как развивается, даже маленькое все. Я уже распланировала там, где у меня будут цветники, и так потихоньку покупаем. Не, ну я накупился там на года 2-3, потому что скупил прилично. Нашли абрикоса киевская, судя по количеству оставшегося, наверное, хорошая. Приобрели смородину, агрус, очень красивые кусты роз. Уже подыскали для себя достаточно большой, красивый розово-желто-зеленый куст и горизонтальный кизильник. Очень интересно, мы как бы вот набрали, и даже, видите, у нас это ребенок. Будем приезжать с детьми теперь. Ну что, рисовать? На батуте можно прыгать и смотреть тут что-то. Мишки, растения, что тебе больше всего? Ну, все. А тебе понравилось? Да, очень. Конкурсов много всяких там. Призы действительно, самый дорогой был 25 тысяч гривен. Это правда, людям вручаются, и все по-настоящему. Я надеюсь, ассортимент был настолько большой, что, в общем-то, все люди остались удовлетворены и прекрасно провели время на свежем воздухе. И главное, с пользой и с выгодой для себя. Я думаю, что здесь найдут очень много интересного, полезного. Те, кто любят природу, те, кто любят растения, те, кто любят общение. Я всех запрошу на Garden Fest. Очень много цветов, деревьев. Вам понравится. Очень хорошо, интересно. Приезжайте. Приезжайте. Что-нибудь, да, обязательно выберите. Я рекомендую, если есть возможность и желание, обязательно приезжайте. Здесь действительно круто. С пустыми руками никто, а то есть с пустой тележкой никто не выходит. Приглашаем всех. Кто не был, советую еще приехать, посмотреть, как надо организовать фестиваль. Медведи бомбезные.